Команда вооруженных сил России увеличивает отрыв от соперников на армейских международных играх. Сейчас в самом разгаре конкурс «Эльбрусское кольцо». В его программе скалолазание, индивидуальные в связках, преодоление полосы препятствий на навесных переправах и навесных переправ, состязание в стрельбе, ориентирование на местности. Все это в рамках 100-километрового марш-броска вокруг Эльбруса. 6 суток то вверх, то вниз, с оружием и в полной экипировке. Ее вес до 30 килограммов. Но кульминацией этой части игр станет восхождение на Эльбрус. Мы ежедневно подводим итоги. При подведении итогов учитывается не только скорость выполнения задач, но и качество выполнения. То, как действовала команда, как она думала, какой моральный дух. Все это переводится в баллы. И на сегодняшний день лидирует команда Вооруженных сил Российской Федерации. Одновременно на полигоне Ашилук в Астраханской области продолжаются стрельбы в рамках конкурса «Ключи от неба». Там свое мастерство показывают расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Помню, армейские международные игры проходят одновременно на нескольких полигонах, в том числе за рубежом. Участвуют 19 стран, еще 9 приглашены в качестве наблюдателей.